одна бригада поедет территорию благоустраивать вдоль дороги по селу, и вот оставшаяся часть поедет уже точковать, то есть и тут досадить, там досадить. Перчатки у всех есть. То, что мы с вами волонтеры, и за это ничего не получим. Никаких денег, естественно, есть. Хорошо, покушаем и получим действительно очень большое удовольствие. И представлена стройка еще? МЧС. МЧС. Похвально, ребята, значит, вам самый тяжелый объект. Сами напросились. Поэтому будете садить, вот как я говорила, до дороги, вот там до центральной дороги, по левую руку возле памятника павших. Ну, а покажем непосредственно на месте, чтобы да? видно было. Пойдемте да. тогда, сходим на территорию. Можно уже покажем. Несу потом, оставьте давай. Все, малина. И желание работать главное, это основное. Глазами там мерите, ставьте какие-нибудь колышки. Видать, сюда колышки должны. Ну так, чуть больше, чем полтора часа ехали. Да. Да. Ага. Для моей берем. Надо. Для моей, для моего. А это чего? Ну они как бы. А секрет откройте, где брали воду? Конечно, ребята, не поздно бы купить, естественно. Чего? Обрыть? Нет, молить. А полить я тоже думаю, что полить. Там двое мальчиков и шесть девочек. Что, мы сейчас едем, да? Посмотрим, как там ребята работают. Да, все, поехали. А там хватит этих? Нам, а я поняла, надо, что да? хватит. Да, чтобы Семёныч... Сегодня мы со студентами Северно-Арктического федерального университета приехали в Холмогорский район, село Матигоры. Сегодня у нас такое серьезное мероприятие. Это посадка аллеи в селе. Количество студентов... 30. Мы сегодня садим деревья, и их количество 300. То есть такие символичные какие-то цифры, даты. Но понятно, почему 300, это 300 лет Ломоносову. Это в том числе и лепта, и дань селу Ломоносову, села Холмогора, всей Холмогорской земле от Северно-Арктического федерального университета. Мы сегодня очень благодарны САФУ, в том, что они нам оказывают такую большую помощь по благоустройству. Мы им очень рады. В автобус. В автобус? Пошли. Держи лопату, Евгений. Вот здесь.